лекцию. Эта лекция проходит в рамках большого горизонтального феминистского фестиваля, программа которого есть вот на этих открыточках, которую можно взять попозже. Фестиваль проходит с вчерашнего дня по 12 марта, и каждый день по всей Москве проходит по несколько событий, связанных с празднованием 8 марта. Так, например, вы можете пойти завтра в библиотеку Достоевского на лекцию Марины Симаковой, которая здесь присутствует, про женский революционный роман. Да, лозунгом фестиваля, или точнее, слоганом является фраза «Возможности не букеты», и она мне очень нравится, потому что мне реально очень сложные отношения с букетами, получить возможность поговорить о своих любимых книгах на аудиторию. Для меня очень хорошая возможность, спасибо большое Саше Тлаер, которая это организовала, которая вообще вышла на меня с этим предложением. Я написала такой очень расплывчатый анонс про это событие, потому что я в самоносе пыталась таргетировать разные аудитории, потому что, на мой взгляд, само понятие роман-воспитания вообще вне академической среды, наверное, какой-то филологической и культурологической, не очень востребовано. То есть то, что в западной культуре называется coming-of-age novel, является таким повторяющимся каким-то шаблоном, штампом, у нас, во-первых, как-то с лингвистической точки зрения, это странная конструкция, да, она отсылает нас реально к просвещению, что такое роман воспитания, учитывая, что роман воспитания в 20 веке превратился в роман самовоспитания, звучит немножко дидактично и немножко несовременно. Тем не менее, этот жанр очень старый, но не теряющий связи с современностью, постоянно изменяющийся под влиянием происходящих социальных изменений в мире. Также я включила фразу «Опыт женского чтения» в название своей лекции, потому что для меня это вообще очень личная история. Последние несколько лет я практически не читаю мужских авторов. И это очень сложно делать на русском языке, потому что, чтобы находить художественную литературу, написанную женщинами, нужно очень стараться, потому что она либо не пересдается, либо она не переводится, и процент победительниц женщин, которые пишут о женщинах, процент победительниц при больших литературных премиях не такой высокий, как в этом году большую книгу получила Роза Ильяхина, и это редкий прецедент. И там СМИ писали, допустим, что она победила, потому что это крепкий роман, но ничего лучше не было. Мне очень близок этот жанр, потому что он существует в абсолютно разных литературных лакунах, скажем так. Он представлен в детской литературе, в классической детской литературе. Он представлен в том, что сейчас называют young adult fiction. Это литература для молодых взрослых, так называемая, очень популярная, очень продвигаемая на рынке. Если наверняка все слышали про Джона Грина, он такой типичный представитель современного мужского романа воспитания, автор, который пишет роман воспитания, очень неудовлетворительный, на мой взгляд. И также этим жанром никогда не прескают взрослые серьезные писатели и писательницы. Обычно первый писательский роман, он исследует как раз материал из детства, и он обычно является роман воспитания, что не всегда так, но тем не менее. Мне бы хотелось поговорить про феминистские голоса в романах воспитания, про то, как, почему этот жанр является лучшим для репрезентации, одним из лучших для репрезентации женского опыта, и почему он смог этого достичь в 20 веке. Мне бы хотелось начать с двух детских книг. Несмотря на то, что одна из них, «Маленьких женщин», была написана в конце 19 века, а вторая в начале 20-го, они до сих пор читаются, они переведены на русский, я сама читала их в детстве. И их очень сложно приучить в взрослом возрасте, потому что они ужасно дидактичные. Ужасно дидактичные, и степень морализаторства просто зашкаливает. Тем не менее, не считая книги слева, она редко пересдается, а книга справа издается постоянно на русском языке. Они обе относятся к так называемым домашним драмам, и даже там в конце 19 века, начало 20 века,
граница между книгами для мальчиков и книгами для девочек, она была очень ощутимая, и она до сих пор очень ощутимая. Если вы пройдете в книжный магазин, вы увидите в разделе детской литературы адские розовые полки, которые в таком оформлении издают даже классику, которая может быть очень подрывной по своему содержанию, но то, как она позиционируется на рынке, это вот эти вот очень сладкие домашние истории. Ну и понятно, что «Маленькие женщины» — это книга для девочек, а какой-нибудь Стивенсон — это книга для мальчиков. Мальчик никогда не возьмется за книгу «Маленькие женщины», по крайней мере, я такого не видел. Тем не менее, эти героини были... то есть они бросали вызов, на самом деле, целям воспитателей, потому что литература, особенно детская, это вообще очень важный идеологический инструмент. И как мы знаем там, по истории советской детской литературы, туда были попрошены вообще все силы для того, чтобы воспитать новых советских граждан. Также и в 19 веке такие книги появлялись в том числе, чтобы подготовить молодую девочку к тому, что ее ждет в будущем. То есть к замужеству или к смерти, например. Как единственное правило. Да. Чем хороши героини этих произведений? Ну, здесь одна, у левой книги одна протагонистка — это сирота, что вообще очень тоже такой частый архетип в детской литературе. Это несчастные сиротки, которые преодолевают сложности. Некоторые жизненные... Справа у нас «Маленькие женщины», там четыре героини. Это книга о жизни девочек из семьи Марч. Но читательский интерес и в большей степени находится на стороне героини Джо Марч, которая основана на самой Луизе Мэй Олкотт, которая написала эту книгу. Это достаточно и Энн, и Джо, они такие слегка гендерно-небинарные персонажи, они представляют собой так называемых томбоев, то есть девочек-сорванцов. Они очень активные, у них есть голос, у них есть, в случае Джо, у нее есть некоторые писательские устремления, у нее есть желание чего-то добиться, помимо вне семьи. И она даже там преследует свои цели, покидая, в конце концов, отчий дом и уезжая в одиночество в Нью-Йорк. И интересно, что Луиза Мэй Олкотт, которая писала «Джоз себя в детстве», сама она была феминисткой и эволюционисткой, точнее, тогда суфражисткой, и она даже в одном интервью позволила себе такую очень смелую фразу, которую сейчас редко услышат селебрити, что ей кажется, что она мужчина, запертая в теле женщины, и что она множество раз влюблялась в девочек, но очень редко в молодых людей. Тем не менее, это своей героине. В конце концов, она предусмотрела другую судьбу, более конвенциональную. Джо находит себе мужа, очень удобного, очень выдержанного, очень интеллектуального, то есть их союз с немцем-писателем, которого Джо встречает в Нью-Йорке, он построен якобы на взаимном интересе, на взаимном уважении. И тем не менее, вроде как это счастливая развязка, и в последующих сиквелах мы видим, что Джо получает все, что по-английски называется «having it all», то есть у нее есть и семья, у нее есть писательская карьера, у нее есть дети, то есть она реализована во всех своих возможных направлениях амбиций. Но, тем не менее, видимо, на тот момент Луизе Мэй Олкотт не хватило некоторой уверенности и смелости предусмотреть для своей героини другой конец, что и сейчас, в общем, очень редко бывает по культуре. То есть, в конце концов, героиня все время выходит замуж. Или умирает. Но это детские книги, и интересно посмотреть, как взрослые писатели пытались преодолеть вот эти ограничения, которые этим детским форматом на содержимое этих книг были наложены. Потому что очевидно, что детская книга не может открыто обсуждать сексуальность.
и тем более детская книга начала века. А сексуальность — это вообще очень важный мотив в романах «Воспитание», и в нем кроется одно из ключевых отличий между мужским романом «Воспитание» и женским романом «Воспитание». Да, мне бы хотелось рассмотреть некоторые отличия мужских романов «Воспитание» от женских романов «Воспитание», например, моих любимых книг, часть из которых переведена на русский, часть нет, и заодно немножко поговорить о издательском сексистском произволе, например, некоторых обложек. Один из важнейших романов «Воспитания» в 20 веке — это «Под стеклянным колпаком» Сильвии Плат. Сильвия Плат — это американская поэтесса с очень трагичной судьбой, которая очень сильно повлияла на поколение женщин, которые учились в университетах в 60-х годах, в 50-х годах в том числе. Это ее единственный роман, она сомневалась в его литературной ценности, поэтому впервые он вышел в Англии под псевдонимом Виктория Лукас, и через несколько месяцев после его выхода Плат покончила с собой, что не связано напрямую с выходом ее романа, а связано с ее трагической судьбой и ее тяжелыми семейными отношениями с мужем, и той фрустрации, которую она испытывала из-за невозможности реализоваться одновременно и как матери, и как писателю. И да, и этот роман не публиковался в Америке до 1971 года, потому что ее мать и ее муж Тед Хьюз, тоже известный американский поэт, они протестовали против этого, потому что роман очень автобиографический. Он повторяет все события, которые случились с Плат в 50-е годы, когда она выиграла конкурс эссе и получила возможность поехать на стажировку в Нью-Йорк, чтобы поработать летом в глянцевом журнале «Мадемуазель». И на самом деле я понимаю, насколько она является типическим персонажем, насколько ее опыт является типическим для женщин того времени, особенно для женщин, которые творили, которые были писателями, потому что когда-то я прочитала эссе одной известной американской писательницы Джон Дидио, которая известна своей эссеистикой, которая известна своей журналистикой, но в том числе написала художественную литературу тоже, и ее опыт в Нью-Йорке повторяет опыт Плат просто по шагам. Она также выиграла конкурс эссе, она также поехала в глянцевый журнал на стажировку, и она также испытала нервный срыв от столкновения с жестокой нью-йоркской реальностью. В России Плат издавалась, вот все три издания, которые я нашла. Самое первое издание — издательство «Северо-Запад» с неудовлетворительной обложкой абсолютно, потому что изображаемое на ней не соответствует содержимому не по духу и, естественно, не по содержанию. То есть мы видим, не знаю, это соль или человек-амфибия или что-то. И тогда этот роман был издан первый раз. Последний раз роман издавался в 2000 году, то есть 16 лет назад. Последний раз этот роман издавался в России в издательстве «Амфора» в очень хорошей серии «Гербариум». Что за издание по центру, я не смогла найти никакой информации. Купить его тоже практически невозможно. Это на самом деле удивительно, насколько судьба этого романа отличается от судьбы его мужского соперника «Над пропастью во ржи». «Над пропастью во ржи» мы знаем, что это культовый роман для России особенно, и частично это связано с большим количеством переводов, и роман до сих пор переводится, то есть в 2008 году Максим Немцов перевел его, потому что он сочел, что советская школа перевода была неудовлетворительной. Если вы знаете, Рая Ковалева переводила роман на русский, и ввиду железного занавеса и незнания специфики, а также цензуры, там очень много фактических погрешностей и всяких абсурдностей, например, «Гамлет» переводится как «котлета», но не это расстраивает, что
что немножко тон изменился героя. И Максим Немцов попробовал восстановить справедливость, за что он был подвержен остракизму со стороны еще журналистов, которые посчитали, что ты тоже не патриот. Так вот, этот роман настолько же популярен за рубежом, как «Над пропастью во ржи». Его даже проходит в школе, несмотря на то, что он довольно мрачный и он затрагивает тему суицида. И тем не менее, в России его ждала такая незавидная судьба. Наверное, опять-таки частично это связано с тем, что «Над пропастью во ржи» издавался во время оттепели, тогда как в брежневские времена издать роман про юную суицидницу, которая мечется и не может найти место в этом мире, это, наверное, было сложно. Поэтому роман издали впервые в 90-х годах. Тем не менее, мне кажется, что это довольно несправедливо. Так вот, что интересно, что делает этот роман таким прорывным, что делает его особенным для жанра романа воспитания? Ну, во-первых, он говорит о поколении женщин, которые в 50-е годы получили доступ к образованию, и к очень хорошему образованию. Сама была училась в женском колледже, Смит-колледже, изучала английский и хотела стать писательницей, и, в общем, инвестировала очень много времени и усилий в это, но при этом у всех было ощущение, что они учатся для того, чтобы стать просто образованными женами и мамами, и такие перспективы устраивали и не устраивали всех. И Элизабет Вурцель, по-моему, это автор романа «Нация пророка», она как-то сказала, что героиня Плат в этом романе, она хочет хотеть большего, она хочет, ей нужно не только одно желание, она хочет множество желаний. И тот нервный срыв, к которому приводит недостижимость этого, да, это фрустрация, он очень в больших подробностях изображен в этом романе. И это было очень важно, потому что роман снимал определенную стигму вокруг расстройств, ментальных расстройств у женщин, и потому что это очень важная проблема, потому что испокон веков и там, особенно в период модернизма, женщины и женскую прозу вообще очень часто маркировали как безумную, как автоматическое письмо, как что-то стиральное, как что-то необработанное, как сырой материал и как результат их психических расстройств. И даже какой-нибудь Фицджеральд лечил свою жену Зельду, как только та решила написать роман, основанный на своей жизни, он, да, в общем, заставил ее лечиться. Так, извините. Здесь можно посмотреть английские обложки издания. Здесь очень интересно, автор изобразила обложки по шкале от очень милых до очень депрессивных. И мы знаем, эта писательница покончила с собой, засунула свою голову в духовку. И поэтому конец шкалы изображает духовку, а начало шкалы — это котеночек. И тут же хотелось бы немножко затронуть издательские нравы и уровень критики, который есть на Западе, потому что здесь мы видим многие обложки, и наверху мы видим обложку, которая юбилейная обложка 50-летия романа, которая изображает женщину, смотрящую на себя в зеркальце, собирающуюся припудриться. Так вот, эта обложка, она вызвала шквал критики со стороны журналистов и различных деятелей, потому что она абсолютно объективирует женщину, она сводит этот глубокий депрессивный роман к чек-листу, по сути, что вообще неприятно. Да, это очень важный роман для поп-культуры. Вот его читает Лиза Симпсон, его читает Джулия Стайлз, точнее, героиня фильма «Десять причин моей ненависти». Его читает Азиз Ансари в недавнем сериале «Мастер оф нас». Это вообще потрясающий эпизод, я его кратко перескажу.
Вообще я всегда шучу, что любой культурный продукт можно сделать лучше референсом на Голджар, как только это появляется, я всегда очень довольна. И в этом, в этой серии герой Асиса Ансари разговаривает со своим отцом о том, какой выбор ему нужно совершить в этой жизни, потому что он не хочет жениться на своей девушке, и он не знает, что происходит с его карьерой. И отец приводит ему в пример метафору дерева, у которого множество побегов, и каждый побег олицетворяет определенный жизненный путь. И когда здесь ему говорит, о чем вообще идет речь, он говорит, это под стеклянным колпаком сильный глаз. Ты никогда не читаешь. Это очень смешно. Звучит из уст индоамериканского врача 60 лет. Потому что... И в чем суть иронии? В том, что мы знаем очень мало мужчин, которые читают женские романы воспитания. И когда на телевидении мужчина ассоциирует себя с голосом героини, и такой сложной героини, это всегда приятно, и мне кажется, это принесет некоторые изменения, так или иначе, в культуру. А следующий роман, который мне хотелось бы поговорить, это «Жизнь девочек и женщин» Элис Монро, которая стала известна у нас после того, как она получила Нобелевскую премию. Да, ее очень часто называют и опять-таки продвигают на рынке как канадского Чехова, потому что она известна короткими рассказами, точнее просто рассказами. Она ничего, по сути, больше не пишет. В других жанрах она не выступает. И когда она получила Нобелевскую премию, просили прокомментировать получение главного редактора журнала «Иностранная литература», и он сказал, что, конечно, она не Чехов, Чехов тут вообще ни при чем, она работает на другом, несравнимо низком уровне. И что немножко показывает отношение, на самом деле раскрывает глубину мизогинии, мне кажется, в издательской индустрии. Еще дело в том, что Элис Монро любит относить, опять-таки, к сфере домашней драмы, потому что она очень провинциальная. И она родилась и выросла в провинции Онтарио, Канада, это дикая глушь. Она почти не получила, она не получила формального образования, потому как она очень хорошо училась в школе, и она получила грант на двухлетнее обучение в колледже, но после двухлетнего обучения у нее не было денег продолжать этим заниматься, поэтому ей пришлось оставить университет и заняться семьей. И также они с мужем открыли книжный магазин, и где-то в возрасте 30 плюс лет она решила публиковаться, потому что до этого написала «Стол». Так вот, это очень интересный роман, потому что он показывает, насколько провинциальность может быть на самом деле плодотворной средой для внутреннего роста, для внутренних метаний. Несмотря на то, что все происходит там в городке на тысячу жителей, уровень психологизма, уровень интроспекции главной героини просто зашкаливает. Роман повествует про события, которые происходили в 40-х годах, то есть это вообще очень консервативное время, особенно для Канады. И я помню, он был в 70-х годах. Тогда эту книгу пытались забанить в канадских школах, потому что она очень открыто говорила про сексуальность молодой девочки. Там очень есть неудобные эпизоды, которые говорят про столкновение с взрослым абьюзером, другом в семье. И самое интересное, что... Самое интересное в романах «Воспитание», что героини в них часто сексуально любопытны. То есть Дэл Джордан, главная героиня этого романа, она относится к происходящему не с позиции жертвы, а с позиции такого несентиментальной любопытности, скажем так. То есть она исследует мир вокруг себя и даже столкновение с какими-то странными взрослыми мужчинами. Ее интересует с точки зрения поиска точки внутреннего роста. Можно посмотреть, как Элис Монро издают у нас в России. Это мой любимый пример. Потому что, во-первых, переводчик, конечно, вложил всю душу. И да. Это просто лучше. Можно, на самом деле, ее и на Западе издают подобным образом, немножко получше. То есть максимум дна, которое достигли издатели с этой книгой, вот можно посмотреть справа. Но учитывая, что книга называется «Hatred, Friendship, Courtship, Love, Marriage», в принципе, мне кажется, довольно нейтральная обложка.
Еще интересно, что это ее единственный роман, который даже не классифицируют как роман иногда. На Википедии вы найдете его в списке. Здравствуйте. В списке сборников рассказов, потому что ей никак не давалась романная форма. Она, это был второй вообще сборник, за который она взялась. И по сути это сборник таких небольших повестей, рассказов, которые объединены одним персонажем, то есть девочкой Дейл Джордан и ее путешествием там, из 12 лет в 18, в момент, когда она заканчивает школу, когда она находится на пороге взрослой жизни. То есть, на самом деле, по своему содержанию, это абсолютно классический роман воспитания, потому что он затрагивает и детские годы тоже, которые pre-teenagerские годы. Сейчас таймлайны сбегаются в романах очень часто, и мы видим героиню только в период ее становления в 18-19 лет. И очень часто сейчас в нашем обществе процесс взросления вообще оттягивается, и, допустим, в сериалах мы видим те же самые конструкции, столкновение с внешним миром, взросление, но уже в возрасте 25-26 лет, как в сериале «Girls», например, там герои проходят те же самые испытания и пытаются понять, кто они такие в этом мире, довольно уже в взрослом возрасте. Да, вот так вот, она пыталась написать роман, но у нее получился сборник рассказов, объединенный одной героиней, и я не могу передать словами, на самом деле, насколько это подрывной, очень смелый, очень радикальный роман. И мне очень жаль, что Элис Монро сходит к вот такой домашней канадской семейной драме, и абсолютно асексуальной, и абсолютно, не знаю, традиционной, и абсолютно реалистичной. То есть это не так, я вас призываю его почитать. Еще интересно, что роман «Воспитание» вообще очень редко публикуют. И у Элис Монро вышло, наверное, может быть, 14 книг, и из них 8 вышло на русском языке. И это все рассказы, 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 потому что это лучше продается. Следующий роман, о котором мне хотелось бы поговорить, это Джин Рис «Путешествие во тьме». Это очень интересная писательница. Она подана в Великобритании была, но она родилась и выросла на Вест-Индских островах. И она вернулась в Великобританию, когда ей было 16 лет, насколько я помню. И этот роман основан на, опять-таки, как это часто бывает, он основан на ее биографическом опыте. Она вела записные книжки с тех пор, как она вернулась в Британию, и там, 20 лет спустя эти записные книжки превратились вот в эту книгу, которая ей была наиболее дорога. Героиня этой книги Анна Морган, девушка-харистка, так называемая харистка. Это девушки, которые выступали на эстраде и колесили по всей Англии и жили в проголодь, на самом деле. Это была такая низкооплачиваемая, нереспектабельная работа, которая подразумевала общение с мужчинами. И этот роман вообще рассказывает об экономике, о женской экономике города, о том, как женщины, чем они зарабатывают себе на жизнь, как они, что многие посчитали бы проституцией даже по тем временам, что невозможно выжить, не имея взрослого или даже там старого. Книга к русскому изданию, переводчица, говорит, что прелесть Рис в том, ее по-мужски поставленной манере психологического письма, тем самым отказывая женщинам в психологизме, и в возможности писать глубоко, это очень странно, потому что в принципе, это какая-то, наверное, какое-то очень жесткое обобщение, но женщина вообще славится своей эмпатией. И, но тем не менее, это опять один из тех примеров, когда модернистское письмо не может быть апроприировано женщиной, что женщина, она мужчина в юбке. Если она пишет как модернист, значит, она мужчина в юбке. Да, опять-таки, в данном случае героиня
встречает мужчину, который начинает ее финансово поддерживать, и она влюбляется в него, и она становится от него эмоционально зависимой, и он ее бросает, и затем мы следим за ее приключениями и за ее способом отрефлексировать происходящее и понять, что с этим делать в будущем. Не очень симпатичная, на самом деле, героиня для современной мотивированной женщины может быть, потому что очень сложно себя с ней, на первый взгляд, сложно себя с ней ассоциировать, потому что она очень слабая. Как мы знаем, нам бы хотелось, на самом деле, в литературе видеть сильных женщин, и мне кажется, этим грешат сейчас детские книги, в частности, которые позиционируются как феминистские, потому что они все время говорят про некоторую силу, которая выражена в каких-то очень понятных качествах, таких, в духе храбрости, уверенности в себе, амбициозности, независимости, что, естественно, не всегда возможно, особенно в этом романе, который описывает события начала века и был опубликован в 30-м году. Так вот, почему нам важен голос этой героини? Потому что, в отличие от других женщин, в книге она не пассивна, она очень агрессивна, она проявляет агрессию, несмотря на то, что она вовлечена, по сути, в проституцию, она топает ногами, она устраивает сцены. И это очень часто используемый прием, когда, чтобы оценить феминистский голос, в книгу вводятся абсолютно гендерно-нормативные персонажи, персонажи, которые испытывают угнетение, женщины, просто чтобы показать, что главная героиня преодолевает эти налагаемые на нее обстоятельства. И здесь за то же самое, что девушки, с которыми она общается, они более сабмиссивные, они более циничные в том числе, они привыкли к своей судьбе. Очень интересно. Опять-таки интересно посмотреть на русское издание, которое буквально как-то трактует происходящее в книге, что была героиня разгуливает по улице. Что не происходит в книге, я хочу сказать. Никак. Это уже образец издательского произвола в Америке. Абсолютно уникальная писательница, итальянская, Елена Ферранто. Это ее псевдоним, никто не знает, кто она такая. Многие, естественно, предполагают, что она мужчина. Не умеет писать. Да, это неаполитанская тетралогия. Она повествует сразу о двух героинях. Она рассказана от лица Елены, и которая вспоминает ее прошлое, которая вспоминает ее детство, ее отрочество вместе с переживаемой, вместе с подругой Лилой. Это очень интересные книги, потому что они поднимают очень редкую тему для женской литературы, в частности, настоящей дружбы, потому что обычно героиня, в том числе в романах воспитания, если роман воспитания не содержит любовной линии, он не полноценный роман воспитания, потому что с читательской точки зрения и писательской точки зрения ограничивать поиск идентификации только вот карьерой или там образованием или внутренними терзаниями недостаточно. Если нет поиска любви, то роман неудовлетворительный, по мнению большинства читателей. Так вот, здесь героиня ищет себя не в человеке противоположного пола, а в своей подруге, что довольно часто случается, на самом деле, в реальной жизни, когда мы идентифицируем себя с другим человеком. Вообще репрезентация женской дружбы, она не очень часто встречается, и даже сейчас в самой прогрессивной сфере, такой как сериалы, знают, что сериалы — это новые романы, они выполняют ту же самую функцию, которую раньше выполняли романы, это развлечение. И мне кажется, что сериалы, они очень полезны для определенных... Они, конечно, гениальны во многом, и они очень важны, потому что они репрезентируют тот опыт, которого в литературе быть не может. Допустим, мы не можем... Все романы, которые здесь представлены, это романы о
гетеросексуальных белых гендерных женщинах, и мы знаем, что есть другие женщины. И, допустим, на английском языке я читала очень много лесбийских романов «Воспитания», что совершенно изменило мою жизнь. Но на русский язык они не будут переведены и изданы. Боюсь, что не найдется такой смелый человек, который это сделает. И даже дело, наверное, не в смелости, а в заинтересованности издателей этой темы. И сериалы как раз дают эти важные репрезентации для человека с другой сексуальностью, помогают им соотносить себя с внешним миром и помогают им какой-то опыт подчленять в внешнем мире. Так вот, этот роман хорош тем, что он дает нам целых две героини. Этот роман хорош тем, что он говорит о том, как в нем любовь, сексуальность и интеллект занимают, имеют одинаковую важность. Это просто невероятный прецедент. Здесь ничего не теряется, ничего не опережает. Одна проблематика не опережает другую. Вообще Ферранте, она, конечно, уникум. Она в одном своем интервью сказала, что когда она была девочкой-подростком, когда ей было 12-14 лет, она думала, что хороший роман обязательно должен содержать главного героя мужчину. Что женщина не может быть героиней романа. Это ее тревожность, она потом была отброшена благодаря в том числе знакомству с более современной литературой. Потому что, опять-таки, для национальных литератур может быть очень сложно соотносить себя с чем-то, потому что женские авторы переводятся не так активно, как переводятся мужские. И мы все знаем, мы все ориентируемся на модернизм, мы все ориентируемся там, на какие-то эксперименты 60-х, но мы не можем назвать каких-то важных женских авторов. И, соответственно, это было актуально для Италии тоже, потому что она итальянка. И здесь, кстати, очень важно заметить, что она находилась под сильным влиянием итальянского феминизма, и даже этот эпизод из книги, в какой-то момент главная героиня открывает для себя итальянских феминисток, и проникается их идеями, и понимает, насколько ее подруга Лила, которая менее образована, чем она, которая не получила доступа к формальному образованию, но была намного способнее ее, насколько она своей жизнью, насколько она своими действиями эти принципы феминизма транслирует. Вот. И, к сожалению, кстати, он пока не издан и переведен на русский, но мне кажется, у него есть потенциал, потому что это бестселлер, абсолютно американский бестселлер, просто все носит его на руках, и обожает, он абсолютно читаем, он абсолютно просто, мне кажется, какое-нибудь издательство «Корпус» могло бы издать его вполне, потому что когда я смотрю то, что они издают, я вообще не понимаю, кто эти люди. Ну, кроме какого-то слова Франца, например. Да. Можно посмотреть, так как я все ругала обложки, можно посмотреть, например, хороших обложек. Единственный. На русском языке это не совсем роман «Воспитание», но на самом деле, то есть это мемуарная проза. Издательство «Ад Маркином» издало дневники Сьюзен Сонтак, но на самом деле первый том дневников, который рассказывает о ее школьных годах и о ее университетских годах, она пришла в университет в каком-то жутком возрасте 14 лет, или что-то в этом роде, была абсолютно уникумом. Он как раз повествует о путешествии, о внутреннем путешествии героини, о ее выходе в мир, о ее понимании, что для нее важно, о ее экспериментах, опять-таки, сексуальных, о ее сексуальной идентификации. И тогда, когда она была опубликована на русском, вышел какой-то хороший текст, я уже не помню где, может быть, даже на Дрозине, о том, почему нам эта книга так нравится, потому что Сьюзен Сонтак такая же, как мы, и это на самом деле такой очень свежий, очень необычный опыт, такую книгу на русском языке получить, особенно учитывая, что Александр Воров, который ее очень любит, он, очевидно, не женщина, и интересы к женской мемуарной прозе у него должно быть намного меньше. Здесь я представила два лесбийских романа «Воспитания», которые на русском языке нет, а справа
Слева. Слева находится самый лучший графический роман на Земле, на мой взгляд. Элисон Бэгдель, которая автор Бэгдель-теста, но которая не любит себя ассоциировать с ним, потому что ее авторство заключается в том, что она нарисовала комик-стрип, в котором из книги Essential Dex to Watch Out For, в котором две героини идут в кино и рассуждают о том, что они хотят пойти в кино, в котором кто бы проходил определенный тест, то есть чтобы две героини разговаривали друг с другом, не о мужчинах. И у них были имена, они были названы по именам. Вот она, и поэтому этот тест, который используют для тестирования разных культурных продуктов, он получил ее имя. Но тем не менее она является автором просто феноменально невероятных графических романов, которые выполнены на просто невероятном уровне. То есть там такая мощная синестезия происходит различных медиумов в этом романе, то есть там сливается, она очень талантливый писатель, и она очень талантливый художник. И в этом романе сливается, одно работает на другое, и все сливается воедино. И история рассказывает о процессе ее взросления, и о том, что ее папа, с которым она всю жизнь прожила бок о бок, он был на самом деле гомосексуальным мужчиной в шкафу. И она пытается... И так не сделав каминг-аут, он попадает в аварию, умирает, и она пытается осознать свою жизнь в контексте своего семейного опыта и пытается осознать такие свои места в этом мире. Вот. Я не уверена, что я все сказала, все, что я хотела сказать, я сказала, но мы можем пообщаться вместо того, чтобы не общать дальше.